Здорово! Привет! Сегодня видео у нас будет весьма мощная сцепочка на разных пушках, как вы и просили в комментариях. Итак, Андрей, скажи нам что-нибудь про свою сцепочку. Значит, у меня на крафте стоит 4 разрывателя на базе кабины Грифон с ознобом. У тебя на крафте 4 мясорубки на базе кабины Ермак и 3 циклона без всяких ознобов там, стужей, радиаторов и охладителей, короче. Короче, меня обделили. Да как так-то, а? Так вот, себе поставил озноб, а мне не поставил, потому что решил сэкономить очки мощи. Вот так вот, пацаны. В общем-то, все на выставке есть под названием Lawyer's Bunker. Если хотите, если вам эта сцепка понравилась, можете скачивать. Но мы погнали ее тестить. Андрей, цепляемся. Давай. Говори, если что, если криво. Давай. Ты это любишь? Леви-леви-леви! Все, отлично. Что это было? Только ты не сцепился. Все хорошо. Все хорошо. Не паникуй, братан! Сейчас всех уделаем! Так, давайте. Давай. Поехали. Я не знаю, куда ехать, правда. Давайте. Нас сзади, кстати, объезжают. Это копейщик! Ух, ё! Ну-ка, копейщик. Еще, там еще второй! Блин, я не могу развернуться. Все, союз, молодец, спас. Давай, блин. Союз, красавчик. А я не могу стрелять! Он под углом, зараза, стоит. Давай, фигачь его с разрывателей. Все, сбрил его. Молодец, я даже стрелять сейчас не мог. Вот ведь, блин, слушай, какой красавчик. Он мне один шнек уже выгрыз. Зараза. Так, давайте, поехали. Нужно хоть нормально пострелять. Я даже ничего сделать не успел. Сразу копейщик приехал, давай вот. О, вот этого огника, фигач, пока он АФК, что ли, что он делает? Давай, давай. Я не знаю, что он делает. Че, он стоит на месте, я понял. Ну, братан, ну раз тебе нравится, стой. Так, этого удил. Какой-то странный огник весьма. Вон там еще хайрас настреливает, зараза. Еще этот копейщик. Хайрас-то давай фигачить. Давай. Куда он уехал? Я его не вижу. Куда он делся, хамелеон? Во-во-во-во. Давай, давай, настреливай. Я прям хорошо. Ты там тоже вроде настреливаешь? Или нет? Или ты там просто зайцем катаешься, а? Настрелю, честное слово. Я у него что-то вроде подорвал. Так, давай, стоять. О, стоять! Стоять, братан, ты попал. Давай его. Давай, давай. Добивай, добивай, добивай. Молодец. Есть. Так, а килл мне засчитали. Ха-ха-ха. О, второй такой же. А что так копейщиков там много, я не понимаю. Не знаю, если. Видимо, группа копейщиков стоять. Всех чисто поймали, смотри. Давай, добивай его. Давай, давай. Все. Ну, неплохой первый бой, согласен. У нас победа. 719 очков за бой у меня. У Андрея МВП. Блин, зайцем катался и настрелял на МВП. Я в шоке просто. Ладно, едем дальше. Ты где у нас? А, вот далеко. Ты где. Маленькая такая лепешечка какая-то синяя лежит, непонятно что. Так, нормально, нет? Да, нет, да нет. Я понял. Чё ж ты не давай. Визжишь, как в прошлом бою? По красоте давай, по красоте. Да блин, я не знаю, как это у меня получилось, вообще случайно. Да ты чё, пирожков одоелся, ё-моё! Чё ты делаешь? Прям ювелирно, прям медленно, прям на 2 км/ч. Там уже нам фигачит, какой нафиг 2 км/ч. Да ты угораешь, да что ж такое-то? Ну! Ой-ой-ой. Короче, пофигу на тебя, балласт лишний только. Давай этого буду фигачить. Я ему комбайн уже отстрелил. Ты там, я не знаю, турелькой побудь пока. Блин, а что все на меня-то накинулись, пацаны? Давайте на него, он приманка у нас, если что. Если вы не знали. Классный бой. Я один, короче, буду всех фигачить. И пока что даже неплохо получается. Так, сейчас я этого добью. Дай! Что происходит? Идите все лесом от меня! Ты видишь, что происходит вообще? Тебя, к тебе все. На меня вся команда накинулась! Братки, тебе что-то это не нравится! Я кого-то завалил! Вот это фигня. Пошли все лесом! Вы что, офигели что ли? Я не понял! Что за жесть вообще, я не понимаю! Почему? Где все союзы были? У нас получается, ну ладно, мы не сцепились, ну блин. Где все 6 человек сейчас были? Я там одного даже порвал, ты видел? Нет, или двух. Нет, ты хорошо так сделал, по-моему. Ты танканул, по-моему, парочку копейщиков. Ну, блин, копейщики в тебя врезались, ты, получается, меня спас. И я что-то там сам понастреливал. Ну, блин, вообще, что-то непонятное сейчас случилось. Вся команда на меня накинулась, но я неплохо пострелял. Ладно, поехали в следующий бой. Поехали, Андрей, давай, камера моего переднего вида. Можем прям сразу, хоба. Да, помощь твоя неоценима просто.
Да. Ладно, поехали. В этот раз мне даже не понадобилась твоя помощь. Так, а чё, у нас ни одного бота даже. Прикольно. Ну, значит, будет интересно. Надо только союзов догонять быстрее, потому что нас сейчас толпой загасить могут. Сзади, кстати, смотри, один чувак едет. Может, давай его встретим, а? Он, наверное, просто офигеет сейчас от жизни. Давай. На радаре нету. Очень на капкан слетит. А, нет. Здорово, братан. Здорово. Как дела? Ну-ка, давай, фигачь его. Да дрифтом такой удрал, смотри. Стой. Куда поехал? Союзы, давайте, принимайте. Мы вам в упор прямо его привезли. Смотри, что делает. Крутит, вертит нас. Бегает. Да, хитрый какой. Так. Давай вот так вот. Блин, я думал, мы его завалим, но что-то как-то не получилось. Пипец, меня занесло на льду сейчас. Так, Хайраста нужно как-то забирать. Он на вальсах. Еще вот это вот приехал. Ой-ой, наличка. Странная мишка. Давай вот этого. Хайраста. Так. Ты думаешь, он нас типа с грифоном твоим да, включен да, не спалит? Не заметит, да? Вдруг мы пропадем, и он нас не увидит. Есть, я один вальс ему отговорил. Так, блин, он так-то. Сзади кто-то фигачит. Так. Наводик, тот самый. С одним крушаком. А, нет, у него еще молоток стоит. Он. Блин, да ты! 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 Давай! Все! Вот ведь, блин, вгрызся к нам! Этот стоит такой на вальсах своих смотрит. Ну давай, а ну отбивайся уже, этот вальс. Бессмертный какой. Ой-ой-ой. Нифига себе. Ой-ой-ой. Блин, а я не знаю, куда деться, мы одни остались. Почему союзы постоянно сливаются? Я понять не могу. Союзы? Ну как так? Ой! Это кто? Он тут стоял, я его не заметил. Здрасте. Ой, да ой, тут здрасте. Полный комплект. Ой-ой-ой. А я не могу ехать, ну все, тут еще... Пипец он капканов наставил. Давай, до свидания. Я еще грифон напоследок как тищу. Да, типа, меня может опять не увидят, да? Поражение. Да. Я понял, прикольный бой, всех союзов опять слили. 291 очко за бой, у тебя МВП практически, всего-то 1000 не хватило очков за бой. Ладно, едем дальше. Лево. Давай. Нет, ты же. Слушай, ну она налево не поворачивает, я вот сейчас влево жму максимально. Да я за рулем вообще-то. У нас уже бой тут, кто-то у нас врезался, а тут у нас слева, лево, отлично, право, еще там что-то, Конора давай фигач. Классное начало боя, просто прекраснейшее, давай, ботов загасим этих, давайте, ботки, в гаражик вам пора. Все, так, вот этого давай, Робин Гуд, нафига тебе три комбайна, если ты ими не пользуешься, давай. Все, Робин Гуда всяких с базы сняли. Лево, право. Право. Вперед, назад. Кругом. Что там еще есть? О, я думал, это трупак, это бот. Джеймс. Давай, Джеймс. Просто тарани. Кстати, его. Союзник на циклонах. На циклонах? О, на циклонах. Вот это прям хорошая команда. Надеюсь, мы не сольемся. О, слева добить надо. Да было бы неплохо, я думаю, тиммейт сейчас подберет. Тиммейт? Нет, я. Никто. Никто, реально. Эдуарда, я хочу его завалить. Эдуарда, это мой килл. Мой. Ах ты, Эдуарда какой. Ладно, все, давай, Эдуарда догоняй. Ну слушай, у нас команда хорошая прям. Да. 6 циклонов получается и еще 4 разрывателя, нормально. Так, где? Отлично. Вот, давай на базу слева просто, опять. Не париться. Они все слева, зараза, по закону подлости. А, да, вот, надо тиммейт помочь. Давай, помогаем. Он Эдуарда! Не ожидает этого 100%. Давай, Эдуарду помогаем. Эдуардище! Мы тебя спасем. Давай. Есть, спасли Эдуарда. Так, кто у нас еще? Во, в спину ему идет, смотри. Ё-моё. Бумбокс. Какая страшная штука. Бумбокс, это, конечно, нормальный такой ник, давай. Он на Ермаке. Фига себе. Ну, Лавинка, в принципе. Это не Ермак. А, да, это Ермак. Это Ермак. Показалось Горбун, ну ладно. Так, где последний? Эдуардо. Это на базе, вот видимо, где было. Так. Сейчас он испугается, мне кажется. Нет, он базу захватывает. Так а ему нечего терять. Это и гриф, походу, у него стоит. Потому что одни грифы остались. Че у него? Или у него вообще ничего нету? Я помню грифы. Да, это он. Давай. И Йогуай. Стоять, братан. Эдуардо, это наш килл. Давай. Это он его завалил. Смотри, какой. Ладно, победа у нас. Хитрый. 764 очка за бой. Третье место по команде. У Андрея второе. У Эдуарда первое МВП. Едем дальше.
Ты где? Я тебя не вижу. А, вот ты где, блин, я аж тебя потерял. Надо белый покраситься, да? Да, ты в белый покрасишься, я тебя вообще видеть не буду. Так, давай, только никак. У нас во втором бою было. Давай. Давай, я давай. Понял. Давай, давай, давай. Ну. Да сцепись ты! Чё ты там творишь? Чётко, чётко. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне не нравится. Я тебя сейчас туда запихаю, если не сцепишься. Я пошутил. Или нет? Стой! Где? Не-не-не-не-не-не! Я не хотел! Братан! Последний шанс! Последний шанс! Последний шанс у тебя! Андрей! Андрей! Ладно, все, пока, прощай! Андрей, я думаю, ты сам виноват, ты не сцепился. Ладно, пофигу на него. Все, поехали. Поехали без него кататься. Блин, ну... Блин, я пытался. Если честно, я не специально это сделал. Он сам туда покатился. Я пытался его сцепить аккуратненько, но... Андрей не хотел сцепляться. Согласитесь, он сам виноват. Так, давайте, поехали. Да что ж такое-то? Андрей, наверное, сидит там, угорает. Да, Андрей? А? Да? Ну, да, так. Да. Блин. Нужно затащить, что ли, без тебя попробовать. Я не знаю, получится ли, но я попробую. Так, все, этому все скосили. Ты с ним сцепку сделал, да? Да, все, я нового напарника себе нашел. Давай. Фигачим его, братан. Не, этот напарник мне не подходит. Какой-то слишком непрочный. Идем дальше. Три ягуая по кабине четко фигачат. Нет! Фига не, мне 300 хп буквально за 2 секунды снесли. Так, все. Мне нужен напарник, пацаны, кто хочет. Ищу нового напарника, потому что мой улетел в канаву. Так. В прямом смысле. Да, в прямом смысле. Где все? Вон у нас. Они все на той стороне, зараз, далеко. Лучше бы поближе подъехали. А, у нас на базе кто-то, я сейчас на базе завалю, наверное. Хотя не, вот этого. Ну-ка, братан, стоять. У тебя что стоит? Ах ты, вот. Ой, кто их удачно закидывает. Ты ягуайщик или нет? Или что у него стоит-то? Что-то страшно, мне кажется. Блин, ну... Пока что вроде идет нормально все. Кто там по мне сфигачит? По чуть-чуть. Непонятно. О, сзади кто-то. Сзади... Вот этот ягуайщик. Зараза такой. Так, так, так. Не палимся. То, что у нас циклоны есть. Вот этот. Давай. А, это запальщик. Еще лучше. Нет. Идите все. Лесом идите. Догонялки у нас тут с запалами. Так, о, ягуайщик, здравствуйте, давно не виделись. Вот он меня неплохо так фигачил. Так, давай, давай, стоять. Братан, братан, братан. Куда поехал? Нет, ягуай, только не завалите, только не завалите. Спасибо. 204 хп. Андрей, как думаешь, у меня получится затащить или нет? Не знаю, это мы сейчас посмотрим. Мне кажется, вот что-то нет. Потому что я... Я косой. Так, да блин. Ягуай запарили, вот честное слово. Чё и запал припёрся. Где запал, все? Запали. Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Я неудачно заехал. Сколько ягуайщиков? Есть, один ягуай завалил этому чуваку. Он перевернулся. Перевернулся? О, да, братан. Теперь ты будешь взрываться. Ты попал. Он о, смотри, он реально, я накаркал, видимо. Братан, ну. Все, давай. В гараж. Ой, ой. Ой, запалы ой, были неприкольные сейчас. Ну давай, прям на меня. Вот он. Стоять. Нет! Я должен жить! Пошли нафиг все запалы! Их союза подорвали вроде, да? Так. Вот ведь, блин, он от меня уезжает, зараза. О, он взрывается. Все, это победа. Да! Я это сделал без тебя даже. Вот это. Видишь, вот эта вот сцепка катается, в принципе, даже в одиночку. Мне нравится. 1209 очков за бой, МВП. Едем дальше. У нас красочка сливается с погодой, поэтому нас даже не видно, возможно, будет какое-то время. Так, давай, Андрей. Оп, у тебя же еще грифон стоит, поэтому ты, если что, без палева можешь нас спрятать. Да? Я прикрою вас. Давай. Нас. Нас, да, всех четверых, поехали. Тапочка в пол. Я даже не знаю, куда ехать-то, в центр или нет. Я вроде бессмертный, но в то же время, блин, я и не бессмертный.
Поэтому я даже и не знаю, куда. Я тоже имею свойство ломаться. Давай Хайраста вот этого присанем. Чувак, стоять. Стоять. Он испугался. Так, давай вот этого. Немножко постреляем по нему. Да даже циклон, блин, один неплохо фигачит. Ты тут вообще, по сути, не нужен. Не, я тут нужен. Так, в спину приехал, братан. Сейчас его уделаем. Союзы, помогайте. Так, давайте. Я не могу развернуться. Все, давай, фигачь его. Давай, разворачиваю. Стоять, давай, куда давай. Поехал? Вот зараза, удрал. Так, ладно, сейчас мы к нему заявимся в гости. Ой-ой-ой, смотри, как там. Ну... О, я его взорвал случайно, я ему прям по генератору зарядил. Ну ладно, недалеко, чувак. Уехал, недолго он радовался. Так. А спину вот. Вот, ой, вот этого, да, давай, да, фигачь с разрывателей. Давай. Заезжаем. Вот так. Грохай его максимально быстро, потому что нужно на других уже переключаться. Давай. Эти разрыватели очень хорошо сочетаются, у них большая дистанция поражения. Так, вот, давай следующего, есть. Поехали. Я даже не могу стрелять, ты там настреливаешь? Просто слишком близко я подъехал, меня сейчас грохнут, кстати. Уезжай тогда. Так, давай. У меня один циклон отстрелили уже. Нет! Все, походу, мне хана. Он не по мне стреляет, он по тебе. Давай. Стреляй! Нет, он додумался. Блин! Он додумался меня завалить. Зараза такая. Давай, грохай, давай. Блин. Я ему сбрил один. Не, ну если бы ты его еще и грохнул, было бы классно вообще, офигенно просто. Я трупик, меня здесь нет. Давай, добивай. Давай. Да что ж такое-то? Чуть-чуть осталось же. Блин, печально. Бой был интересный, но нас завалили, к сожалению. Хотя вроде шло все к победе. Не, ну прикольно, мне понравилось. Так, я двоих уделал, ты одного, сколько очков за бой, интересно? У нас поражение. 372 очка за бой всего лишь? Да как вообще? И у я тебя первое один. Место. Это как? Я понял, я тут вообще походу ничего не делал, да? Ну ладно, едем дальше. Андрей, ну-ка. Пожалуйста, сцепись. Давай, говори, если что. Давай. Лево, право. У тебя это как быстро все меняется, то лево, то право. Лево. Давай. Чё-то лево. Недостаточно. Право. Камера переднего вида что-то барахлит. Нужно ее поменять, мне кажется. Лево. Давай. Всё. Конец-то. Да, она не сцепляется. Флекси, влево, вправо. О. О, ой. Здравствуйте. Один шнек уже отлетел, нормально. Давай, фигачь ему, мсти. Оп, уходим в бой. Ой, в бой, в бок. Уходим, ну, в бой. Тоже. Уходим. Так, у него что-то отлетело. А, нет, у него ничего не отлетело. Давай. Есть, лавинка отлетела. Братан. Довольно быстро. Ну, слушай, у нас урон-то неплохой вообще сумме получается. О, здрасте. Ой, здравствуй. Давай его, гаси. Просто сразу же этого минера, чтобы он там больше минок не ставил. Так, привет. Тебя тоже. Нормально, мы, конечно, базу отдыхали от двух человек. А у нас уже команду опять перестреляли. Чё за день сегодня такой команды вообще как будто и нету. О, во, давай вот этого. Братан. Тут у нас один союз остался, и мы, и больше никого. Зашибись. Давай. Чё у тебя там происходит вообще? У тебя всё хорошо? У тебя так микрофон? Я не знаю, что с ним даже произошло. Такое чувство, что упал. Так. Ага, они все едут к нам, давай. Угу. Принимаем. Вот этого. Братан, давай к нам. О! Нифига себе. Хайраста, давай. Давай, фигачь его. Есть. Так, кто-то пишет привет. Да, пацаны, всем привет. Не, мы не успеем всех завалить. Вот этого. Добивай. Ну, красава! Есть. Ну, идем красиво хотя бы. Сегодня какой-то странный день. Союзы не играют нифига. Давай. Играем до последнего. Я вообще в космос допустили, видел? Где мой трупак? Давай, все. Мы вместе померли, моя кабинка, вот она. Блин, что за союзы сегодня такие, я понять не могу. У нас 614 очков за бой, у Андрея первое место среди всех, если что. Едем дальше. Андрей, только, пожалуйста, сцепись, я верю в тебя. Не, ну это идеально. Это просто идеально. Поехали. Так, ну, что скажешь по сцепочке? Я вот не знаю, что тут сказать. Она, по-моему, круто выглядит. Три циклона, четыре разрывателя.
Так. Ваше слово, Андрей. Мое слово, потому что эта цепка отличная. И учитывая ее сложную конструкцию, я все равно собирал ее 30 минут. Слушай, а ты все сцепки по 30 минут сделаешь? Не, у меня была сцепка, которую я 2 часа делал. И что это за сцепка была? Она не удалась, она мне не играла. А, я понял, короче, колхоз всегда лучше качественной сцепки. То есть, когда ты колхозишь, то она лучше, да, собирается и катается? Да, да, оно так и работает. Это короче, рандом. Если сцепка делается дольше 30 минут, пацаны, все, это не сцепка, это фигня. Так, поехали, вот этого хайраста давай с разрывателей фигач. Хотя тебе... Давай. О, давай, 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 давай. Тут, зараза, карта неудобная. Нет. Под углом. Не-не-не, я держусь. Отлично. Зараза, хайр... Давай его добивайте сами, он летает, вы не зафигачите. Так. Все, пока-пока, да. Нам нужен какой-то колесный крафт. Пацаны. Опять хуй, а что же так много-то, а? Есть, это я ему что-то взорвал. А, или это не я был. Мы ладно. Одно целое, мы. Давай, добивай его. Ну! Все, хорошо, есть. Добили. Так. Давай, 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 заезжай! Сцепка, конечно, массивная получилась на 10 тысяч, но, в принципе, прикольно. А что так хайрастов-то много? Это, видимо, команда целая. О, колесный! Жесть. Давай по колесному сейчас будем фигачить. Да мы хайрастов, по-моему, лучше уничтожаем, чем наземников. Ну не знаю, не знаю. Мне удобнее фигачить колесных, потому что иногда я просто по хайрам не могу стрелять из-за нашего бункера. Ну тебе да, у меня разрыватель на 90 градусов поворачивается. Какой ты хитрый, а, устроился там. Чисто ездит зайцем. Ну даже делать ничего не надо. На кнопочку нажимает там что-то и стреляет. Блин, зараза, он убегает. Я не могу нормально попасть. Карта неудачная, постоянно холмики всякие. Нужна какая-то ровная карта. Так, давай, о, четко по хайрасту. Полетели. Ой. Во, бункера почти разломало. Давайте, давайте, пацаны, я хоть стрелять буду. Давай еще попадай по мне. Это то чувство, когда ты специально едешь, чтобы по тебе попали. Стрелять не могу. Уничтожьте пару деталей. Так, этого уничтожили, нужно вереска добивать, а то он там фигачит неплохо. Так, братан, погоди. Во, ништяк, он мне расфигачил бункер наконец-то. Все, братан, тебе хана. Сейчас я тебя завалю, наверное. Ты там живой еще, а? А, у тебя ничего нету. Все, давай, до свидания. В гараж зайцем надоел тут кататься. О. Зайцем билет не купил. Да. Этого добили. Все. Долгоиграющий бой какой-то. Мы особо пострелять-то даже не можем, потому что все убегают. По кругу ездят уже. По второму кругу все поехали. Вон, смотрите, он на второй заход поехал. Братан, хватит кататься. Не, ну сцепка, кстати, может ездить даже без второго человека. Просто контакт убрать, и будет полноценная боевая единица. Потому что бункер здесь реально массивный такой. И... Так, зашибись. Вереск. Вереск, ё-моё. Стоять. Ну, зараза. И куда? Да в пропасть, пропасть. Чё, мне интересно так. Так эпично. Ты любишь, когда эпично. Так. Чё он эпично, хочет да? добиться, я не понимаю. Он ездит полгода. Чё хочет добиться, непонятно. Все равно же помрет рано или поздно. Так, давайте. Может, он откатает. Давай, давай, давай. Топим быстрее. У меня она как-то уже боком едет. Кувыркается тачка. Все, наконец-то его домучили. Это совершилось. У нас победа. И 732 очка за бой. У меня третье место по команде. У Андрея второе. Фига ты там настрелял даже больше меня. Я меньше жил. Офигеть, блин. Ну ладно, едем дальше. У нас сегодня эта карта уже попадалась. Ну и бой был победный. Давай, парктроник. Лево. Право. Вперед. Лево. Лево, право. Есть, есть. Все, все. Отлично. Поехали. Я не знаю, прямо или налево? Даже не знаю сам. Решай. Давай быстрее. К союзникам. Вот, сюда. Я понял, ты что-то указал ко врагам. Ну я тебя понял, короче. Ты меня слить решил, да? Всё нет, понятно. Чё? Нет, ты что, да? Давай Софию грохнем. Давай Софию грохнем пока, чтобы базу не захватывал. Как раз к нам едет чувак сейчас сзади. Давай быстро Софию. Есть, 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 смотри, чё, он есть? Едет. Как раз красава, красава, красава. Здравствуйте, мистер Лавинка! Молодцы, что к нам приехали. Просто джекпот сейчас сорвете из урона. Лавина, кирпич такой отлетел сразу. Братан, как дела? Все, 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 все. Этого разобрали, давай на второго. Есть. Переключаемся. Давай. Здравствуйте. Блин, нет! Давай, давай, сейчас вгрузусь в него. А вот теперь здравствуйте. Блин, все равно не особо удачно. Давай. Ну ладно, все еще до свидания. Давай, здравствуйте. Да зараза, он встал неудачно. Давай. Фигач, фигач, фигач. Там еще один спрыгнул, смотри-ка. А вот теперь точно здравствуйте.
Так, давай боком. Ой, сейчас будет просто наша крепость против команды. Там, смотри, уже от союзов-то ничего не осталось. Опять. А скорпиончик есть. Ну, скорпиончик там тоже полуживой, мне кажется, уже сейчас будет. Там он на целую команду поехал зачем-то. Так, и вереск нам сейчас зафигачит. Это что такое? Видел его? Да. О, вереска, вереска гасим быстренько. Нет, он его перевернул, зараза такая. Давай, да, вот в кабину, вот в кабину, в кабину стреляй. Молодец, четко. Так, есть. Давай прям в лоб их встретим. Не, кстати, скорпион фуловый. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то я как-то боком к нему зашел. Давай вот этого. Ой, здравствуйте. Бронированного. Бронированного. Добить. Вот добить осталось, ну. Есть, я добил. Так. Он точно бронированный? Ну, что-то как-то не особо. Вальс. Вальсенок. А, Вальсенок, как у тебя дела? Вальсенок, погоди. Он убежал, смотри. Вальсенок, погоди. Просто, смотрите, убежал прям. Вальсенок, ты где? Стой. Бежал. Он боится. Стоять! Вальсенок. Нет, он все-таки решил не убегать особо далеко. Да-да-да, удачи тебе нас взорвать. Давай. На тот свет тебе пора. Неплохой бой получился. У нас победа. И сколько очков за бой? 839 очков за бой. Ну, неплохо, неплохо. Мне понравилось. У меня 4-е место по команде, у Андрея МВП. В общем-то, вот такая вот сцепочка. Пишите в комментарии, как она вам. Называется она на выставке Lovers Bunker. Поэтому, если она вам понравилась, скачивайте и катайтесь с друзьями. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's